В Аргентине обнаружили кости свирепых динозавров с огромной головой. Находку сделали на севере Патагонии. Этот вид ранее был неизвестен науке. Его назвали Мираскис в честь самки дракона из «Игры престолов». Плотоядный динозавр относится к группе кархародонтозавров. Мы впервые нашли такой полный скелет кархародонтозавра, особого рода динозавров. Скелет настолько полный, что у нас есть вся его передняя лапа до малейшей косточки, есть задняя нога и вся голова. Очень много материала. Такое произошло впервые. Найденная особь жила примерно 90 миллионов лет назад в меловой период, весила около 4 тонн. Его примерная длина 11-12 метров. Мы нашли почти весь череп. Не хватает только челюсти. Все конечности на месте. Таких динозавров называют акулозубыми. К ним относятся более крупные гигантозавры из Патагонии, а также кархародонтозавры из Африки. У этого динозавра были сильные челюсти с 15-сантиметровыми зубами. Также у него были самые большие когти среди его собратьев. Зато сами передние лапы оказались очень короткими, всего 60 сантиметров в длину. У него был дополнительный коготь, второй палец на лапе. Коготь был в 2 раза длиннее остальных. Это говорит о том, что он служил оружием для охоты. Ученые предполагают, что причиной гибели этого динозавра стало то, что его раздавили. Расстояние между ребрами этого 30-тонного гиганта не могло быть меньше 2 метров. Однако на скелете кости находились друг от друга всего в 20 сантиметрах. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.